Руки вверх, подлюга! Только руки вверх! Все ноги! Найди понятого, да пограмотней протокол напиши. Отпустите, обыскать его. Дайте пройти. Ну-ка. Садитесь. Вот здесь. Дайте подержу. Пишите. Товарищи свидетели и пострадавшие, на ваших честных глазах, по приказу совнаркома, мы должны расстрелять этого народного врага. Мы списываем этого предателя и бандита. Наш продовольственный пролетарский отряд призывает вас подписаться под этим протоколом. Ну-ка, паренек, давай. Викентий, что с вами? Где это вы разбили ваше пенсне? Я в темноте наскочил на проволоку. Вот. Профессору Полежаеву, увенчанному в Кембридже мантией великого Ньютона, новая власть преподносит паёк. Спасибо. Александр, там давали только селедку и хлеб. Я не знал, взять или нет. Взял. Что бы мы делали без вас, милый? Мне дальше в магазине сказали, что мы все едоки второй категории. Дмитрий Ларионович у нас теперь тоже едок. Едок Полежаев. Едок Пушкин, едок Толстой. Надо хорошо. Наш едок ничего еще не ел за весь день. Он спешил с книгой, Викентий Михайлович. И потом все утро он писал какую-то статью. Какую статью? Не знаю, я не переписывала. Он очень торопился и отдал в черновике. Уже отдал? Да-да. Приходил курьер из редакции. И завтра утром это уже будет в газетах. Ну, конечно, давно пора. Ведь его поддержки ждет вся интеллигенция. Он умеет писать такие штуки. Спасти бы только его книгу. Ну, ничего. Если понадобится, мы будем набирать ее собственными руками. Прямо боюсь, когда он работает. Боже мой, кто это? Возьмите. Только ради бога тише, профессор работает. Кто хозяин квартиры? Профессор Полежаев. Он пишет книгу, ему нельзя мешать.
Вы понимаете? Понимаю. Куда идти? Тебе по делу. Я же просил мне не мешать. Слезайте вниз. Мы насчет хлеба. Так вам лучше к Викентию Михайловичу обратиться. Ведь он специалист по урожайности. А я, видите ли, занимаюсь общей физиологией растений. Я как раз пишу об этом книгу. А вас, собственно, какой вопрос интересует? Муку припрятали. Простите, я слышал. Как? Муку, говорю, припрятали. По постановлению Совета народных комиссаров мы должны произвести обыск. Понятно? Для выявления хлебных излишков. Город находится в кризисе. Народ голодает. Но вы мне же лекции не читаете. Лекции я сам умею читать. Садитесь. Ладно, ладно. Где мука? Ну, куда же вы садитесь? Там же рукопись. А, черт! Что он делает? Боже мой, ничего не понимает. Это же моя книга. Ну, раз уж подняли, так садитесь. Что же вы сидите? Обыскивайте! Время, время-то идет! Архиерейская, что ли? Такую мантию носил сам великий Ньютон. Кто-кто? Ньютон, физик! Ах, физик. Ага. Пошли. Карандаш! Зачем унесли карандаш? Карандаш? Я на всякий случай. Бывают, уносят. Большое спасибо вам за статью, которую вы написали. Пора. Пора, пора. Вы участвовали в каком-нибудь сражении? Это он ходил за хлебом и ударился о проволоку. За хлебом? Они у меня хлеб искали. Господа, а вы обратили внимание, какие глубокие глаза у этого матроса? Ну вот, глубокие глаза. Этот матрос сейчас на моих глазах убил человека. Убил человека? Какого человека? Ну да, я не знаю, ну кто-то там грабил вагон с хлебом. Но не в этом же дело, Дмитрий Владимирович. Послушайте, послушайте. Маша! Маша! Матрос этот еще здесь? Ушел, ушел. Я же говорил, что у него глубокие глаза. Вот мы вот здесь сидим в кожаных креслах, а он сражается с врагами, с мазуриками под дождем. И я еще на него накричал. Надо же было извиниться. Покуп профессора Полежаева! Покуп! Покуп! Профессор шпион! Профессор шпион! Профессор Полежаев продался большевикам!
Почетный член английского королевского общества продался большевикам. Почетный член английского общества продался большевикам. Не пейте сырой воды, вода отравлена. Не пейте сырой воды, вода отравлена. Почетный член английского королевского общества продался большевикам. Почетный член английского королевского общества продался большевикам. Не пейте сырой воды. Союз науки и труда. Великий ученый протянул руку пролетариату. Союз науки и труда. Мальчик! Союз науки и труда! Союз науки и труда! Великий ученый протянул руку пролетариату! Кадетку! Нет, нет, не надо! Союз науки и труда! 40 лет живу в Петербурге и не слышал об этой знаменитости. Пардон, вы не знаете, чем знаменит этот Полежаев? Полежаев? О! Так ведь это же знаменитый покровитель балерины Кшесинской. Ах, да. Да, 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 да. Газетчик, газетчик, сюда, сюда. Эй, борода. Что здесь? Книги. Мука. Книги. Мишошник. Я по вызову ЦК большевиков из Сибири. Мне надо в Смольный институт. Мандат есть? Дорогу знаете? Как будто бы. Как будто бы у меня чайник стащили. Па, почему? Здорово. Здорово. Увидимся, увидимся. Обязательно. Комиссара нет? Занят. Скоро будет. Сегодняшнее? Сегодняшнее. А что? Можно взглянуть? Всем, всем, всем. За хлеб и мир. Два вопроса выдвинулись в этом месяце на первое место перед всеми другими политическими вопросами. Вопрос о хлебе и вопрос о мире. Разбираешь почерк товарища Ленина? А чего он, профессор, ближай? Физиология растений. Что? Ну, жизни природы. Таких людей у нас раз-два да обчелся. Он большевик? Нет. Но вот такой статье мог бы позавидовать каждый большевик. Старик, а душа молодая. Знай. Откуда? Так, встречались. Замечательный человек. Продолжи его беречь, как зеницу ока. Я к вам. Вы Бочаров? Да. Из Сибири? Да. Столько слышал. Я вас совсем другим представлял. Алло, Смольный, да-да, Азов Черноморский, сегодня? Ладно, да, ладно, бороду сбрить. С удовольствием, пожалуйста, при первом удобном случае. Будешь директором банка. Я банкиром? Да что, что вы? Чего ты удивляешься? Ты же учился в университете? Я на естественном, дружище. Ну, тогда по печати. Ну, хорошо, это другое дело. Вот листовка, к вечеру необходимо размножить 100 тысяч экземпляров. На трех языках. Но имея в виду, в типографии засели меньшевики. Где это можно сделать, по-твоему? Может быть, университетская типография, если только она еще существует. Хорошо. Пишите мандат. Ну, словом, будет напечатан. Еще есть к тебе задание в университете. Надо поддержать профессора Полежаева. Знаешь? Виктор Леонидович, ну еще бы, мой учитель. Великолепный учитель. Да. Учись и дальше у него. Читал? А, это я читал. Узнай, есть ли у него все необходимое. Владимир Ильич просил все устроить. Может, ему нужны дрова, бумага. Может, ему хлеба нужно?
Таких людей еще мало в революции. Ну, теперь так, есть, пить, спать, чего хочешь? Ничего не хочу. Да, хочу повидать Владимира Ильича. А он здесь. А? Вторая дверь. На митинге в актовом зале. А. Ты еще никогда, никогда его не видел? Письма читал. Тебе нужен помощник. Выбирай свободного. Можно вот этого матроса? Я с ним уже знаком. Товарищ Куприянов, будете в распоряжении товарища Бочарова? Есть. Что это значит? Это Ильич кончил говорить. Пойдем к нему. Пойдем. Мандат на подпись. Коллеги, произошло то, чего я больше всего боялся. Мы все ждали статьи Полежаева. Так вот, послушайте, что он пишет. Новая эпоха истории. Удивительное свойство сообщать сенсацию ровно через час после того, как всем все известно. Господа, наша фракция, фракция меньшевиков постановила не сдавать зачеты Полежаева. За его предательскую статью над этим бойкотом. Пусть он только посмеет переступить порог университета. Мы бросим ему в лицо наш смелый прямой протест. Правильно. Мы не позволим проникнуть в стены нашей альма-матер. С днем рождения, Дмитрий Ларионович. Желаю вам здравствовать до 100 лет и преуспевания в делах. Спасибо. Сейчас будут вас приветствовать. Репетируют. И добрым утром. Вы меня простите, я немножко проспал. Я буду принимать зачет в 4-й аудитории. Здравствуйте, господа. У меня сегодня двойной праздник. Во-первых, я именинник. Мне стукнуло 75. Ну, знаете, здесь завидовать нечем. Это уже второй звонок. Здравствуйте. Ну, а вот есть чему и позавидовать. Я сегодня окончил книгу и чувствую себя моложе всех вас. Да, друзья мои, надеюсь, вы помните о приглашении. Сегодня 8 часов милости просим к имениннику. Да. Да. Ну, ждем, ждем. 8. Станечка, Станечка. Обязательно, обязательно, обязательно. Ну, что вы скажете? Я, как ботаник, радуюсь вместе с Дмитрием Ларионовичем. Это будет замечательная книга замечательного естественника. Моя специальность – история. Я не знаю, может быть, он и величайший естественник, но как историк – никакой. Никакой. А вы что думаете? Я, как медик, позволю себе сказать, старик впадает в детство. Инфантилизм. Ну, теперь я могу радоваться. Все выправлено. И мне кажется, что можно сдать в набор. Вы знаете что, когда я шел сюда, я боялся, что меня ограбят мазурихи, или я попаду под трамвай. Я вам вручаю 7 лет моей жизни. Несите это в типографию. Что профессор Полежаев сегодня читает? Читает. А в какой аудитории? 4-й аудитории. 2-й этаж налево. Знаю. Но? Ну что ж ты меня сердишь, Иван Гаврилович? Я помню, а ты меня забыл. Нехорошо, нехорошо. Что, холодно? Ничего, ничего. Ну? Кто будет сдавать зачет, господа? Что боитесь? Разленились? Мы не будем сдавать зачеты большевистским наемникам.
Не понимаю, что вы сказали? Я говорю, мы не будем сдавать зачеты большевистским наемникам. И немецким шпионам. Ваше счастье, что я старый человек. Выйдите вон отсюда. И вы тоже, с пробором. Разрешите я буду сдавать. Как? По крайней мере, не будут мешать. Да вы что, студент? Да, у меня даже сохранился матрикул. Оставьте, оставьте, здесь университет. Простите, простите. Ну как ваша книга, Дмитрий Валерьевич? А почему вы о книге? В чем дело? Ну как же, я помогал вам в некотором роде. Глава о селекционных домиках. Постойте, постойте. Бочаров? Миша? Михаил Захарович? Совершенно правильно, Михаил Макарович. Макарович, да-да-да. Ведь вас же трудно узнать. А что это, борода настоящая? Настоящая. Ну надо же сбрить. Непременно, при первом удобном случае. Я ведь к вам прямо с вокзала, из Сибири. Из Сибири, да. Прямо на зачет? Ага. Так вы же, наверное, все перезабыли. Ну что, напротив, Дмитрий. Ну посмотрим, посмотрим. Ну борода-то, борода. Ну прямо старший двор. Молодой студент. Ну, рассказывай. А я к вам по делу, Дмитрий Андреевич, из Смольного, а что? Насчет университетской типографии. А что? Типография наша молодец. Она не в пример им. Работает. Угу. Печатает мою книгу. Вот ту самую, которую начал при вас. Да, да. 7 лет тому назад. Да, вот только не хватает бумаги. Нет бумаги. Ах, печатает. Ну, это правильно. Ну, извините, Дмитрий Андреевич, я спешу. До свидания. До свидания. Пойдемте. Ну, а как же зачет? Разрешите в следующий раз. Ну-ну. Кланитесь, Мальсан. Простите. Все перезабыл и теперь отлынивай. Макарыч. Простите, пожалуйста, простите. Бойкот — это забава для молодежи. Я вас очень прошу, господа, пока ничего не предпринимать. У меня есть достаточно аргументов, чтобы убедить его отказаться от своей статьи. Господин Воробьев, это вас матросик дожидается. Меня? Ребята лекцию просили организовать на море. Очень интересуется физиологией растений. Ах, вас на корабле? Пожалуйста, пожалуйста, ради бога. Есть. Приятно. Университетскую типографию занимать не будем. В ней печатается книга профессора Полежаева. А воззвание где печатать? Надо найти другую. Как ты думаешь, можно? Другую? Да. Может. Превосходно. Надеюсь, мне-то вы можете верить? Уж более преданного ученика и помощника у вас не было. И не будет. А вот Дарвин говорил, «Омне низи дисципулес», говоря по-русски, «Избави меня, Господи, от учеников». Дарвин этого не говорил. Вам не говорил, а мне говорил. Дима, опять вы спорите. И как это вам не надоест? 10 лет об одном и том же. Сегодня день рождения Димы, и извольте заключить перемирие. Помогли бы лучше стол накрыть, а то гости придут и ничего не готово. Я шел за вами, когда вы дрались с царским министерством, когда вас выгнали из университета.
Тогда я шел за вами, когда вас хотели отнять вашу лабораторию. Ради вас я шел на все, Дмитрий Ларионович. На исключение из университета, да почти на ссылку. Почти, почти. У вас всегда почти. Вот Бочаров, тот действительно пошел. А у вас всегда только почти. Да, но если бы все шли на ссылку, как ваш Бочаров, кто бы стал заниматься наукой? Мне смешно говорить об этом вам, человеку, для которого жизнь и наука одно и то же. Правда, за последнее время вы изменили этому принципу. Больше? Вы изменили родине? Послушайте, я вам запрещаю говорить об этом. Довольно. Я сказал почти все. Опять почти? Ну, знаете ли, вы мне надоели. И теперь уже не почти, а совсем. Машенька, он мне сегодня целый день читает лекции. Ну, что мне с ним делать? Викентий, Викентий. Послушайте, вам же пора на лекцию. Вас ждут на корабле. Я раздумал. То есть как? Ведь вы же обещали. У меня есть дела более важные, чем читать лекцию матросне, который из этого ничего не поймет. Так что вы от меня хотели? Только коротко. Откажитесь от своей статьи. Куда ты? Боже мой, в такую погоду. Читать лекцию матросне. Ну почему же ты? Все ты. Тебе же трудно. Мне стыдно за мой университет. Все обещают, говорят красивые слова. Никто ничего не делает. Викентий Михайлович, уж вы не оставляйте его одного. Хорошо, хорошо. Захватите ему галоши. Дмитрий! Дмитрий! Надевайте! Я слышал, что сегодня отдано распоряжение Смольным занять нашу типографию под печатание декретов. Вашу книгу, надо полагать, отложат. Не хватит шрифта? Нельзя! Нельзя! Ведь это же для них книга. Зачем же они станут ее уничтожать? Ну, я не знаю. Чепуха. Может быть, отправить рукопись в Берлин? Там издадут. Я иду к вам на корабль читать лекцию. Вы? Извините, разве ж вы? Нет, у Викентия Михайловича болят зубы. Университет просил меня. Одну минуту. Куда, братишки? На лекцию! Про что? Про жизнь природы! Тысяча слушает, один врет. Зачем брать так моего? Слыхали? Пожалуйста. Где вы достали это балдо? Одолжил. На минуту. Взорвется, взорвется, обязательно взорвется.
Я не понимаю вас, Дмитрий Ильич. Да они вас и слушать не будут. Им сейчас нужна только политика. Ну и что же, я им буду читать об урожае. И вообще не мешайте мне, пожалуйста, сделать одолжение. Так может мне уйти отсюда? А разве я вас прошу уйти со мной? Товарищ, сейчас перед вами выступит профессор Дмитрий Ларионович Полежаев. Тишина, товарищ. Этот профессор стоит на линии Маркса. Мы должны со всем вниманием выслушать его научную лекцию о жизни нашей природы, товарищ. Он имеет полное собрание своих сочинений, 100 томов с лишним, и все за нас. А как вы к ним обратитесь? Милостивые государи или... Господа матросы? А вы что, опять сели? Хочу дождаться вашего триумфа. Ребята ждут, Дмитрий Ларионович. Шалфей. От зубов. Ах, да. Спасибо, спасибо. Пополощите. Пожалуйста, вот. Товарищи! Читать вам так, ну, как если вы были моими студентами. Вот уже 7 лет, как я работаю над своей книгой. Сижу за своим письменным столом. Для того, чтобы пахарю было легче обрабатывать землю. Такие гении науки, как Фарадей, Дарвин, Клод Бернар, Гесли и другие, давно уже пытались заставить науку сойти со своего пьедестала, освободиться от гнета церкви, мракобесия, кликушества и заговорить языком народа. Всю свою жизнь и я боролся за это. Я вам расскажу о красном цвете, основе жизни растений. Где же Дима? Он там читает лекцию. Я пришел, чтобы сказать вам, Александр. А как он придет один? Не знаю, он догнал меня. Я пришел сказать... Может быть, мне пойти его встретить? А вы здесь примите гостей? Я пришел, чтобы сказать вам, что я никогда больше не приду сюда. И никто к вам не придет. Вы уезжаете? Я расстаюсь с вами, Майя Александровна. Поверьте, что я настолько привык к Диме Тереновичу и к вам, что... Не могу делать это без глубоких причин. Постойте, постойте. Не спрашивайте меня ни о чем. Я больше ничего вам не скажу. Дмитрию Ларионовичу
передайте, пожалуйста, что дальнейшую заботу о книге я с себя слагаю. Товарищ профессор, я вас тогда за архиереи принял, вы извините меня. Это была ошибка. Извиняюсь. Ну вот и пришли. Ну а книгу вы дописали или нет еще? Дописал. Интересная будет книга. Вы полагаете? Не только я, все наши ребята в Самура подпишутся под таким произведением. Что вы, не надо. Я читал лекцию не из-за этого. Я понимаю, возьмите. Знаете что, идемте ко мне, будем пить чай. У меня сегодня гости, я именинник. Вот хорошо, место подарка. Уфи, друзья. Ну, а как же чай пить? Некогда, в другой раз. Никого? Ну что ты, Дима, какой же сумасшедший пойдет сейчас на именины? Ко мне? На улице стреляют. А, профессоров стреляют. А Викентий Михайлович, почему его нет? Ах, да. Я на него опять накричал. Да-да. Он обиделся и не придет. А может быть, он еще явится? Ведь он же знает, что ты от того и кричишь, что любишь его. Да, да, наверное, явится. Я с ним помирюсь. А? Да, и вообще себе позволяют кричать на людей, как будто и Бог знает кто. Ничего, ничего. Мы с тобой никогда не скучали вдвоем. Я же сегодня настоящий именинник. Ведь книга-то кончена, Маша. Идут? Ага, идут. Днем ангела, Дмитрий Ларионович. Марина Александровна. Боже мой, он забыл свой хлеб? Что забыл хлеб? Не знаю.
Дима, это Викентий Михайлович забыл хлеб, он был здесь. Постой, постой, это мой хлеб. Мне подарили. Все равно. Он сказал, что никогда не придет сюда. И никто к тебе не придет. Ты будешь один. Викентий Михайлович. Викентий? Идем. Иди, садись, Раэль. Играй. Веселый вальс. Видите? Я пришел поздравить вас и объясниться. Сейчас неудобно. При посторонних. Но все равно хоть здесь. Я пришел умолять вас, Дмитрий Григорьевич. Первый раз за 15 лет мой учитель ошибается. Я уже услышал это. Что-нибудь новое. Ведь чему-то я вас учил. Вы учили меня приносить себя в жертву науки. Забывать о себе, о своих, так сказать, частных интересах. Ну и что же? Ради бога, простите, я не затрудню вас, если попрошу принести немного воды. Благодарю вас. Печеные? Печеные, не бой. Вы учили меня, что наука требует от человека честности и прямоты. Ну-ну. Так отчего же вы сами выкидываете эффектные номера под занавес? Да-да, под занавес. Вам 75 лет. Вы пришли поздравить меня. Это очень оригинальная форма поздравления. Я привык к вашим чудачествам. Первого дня знакомства я почувствовал, что за этими чудачествами кроются гораздо более серьезные вещи. По существу мы с вами всю жизнь голосовали разными шарами. Но я надеялся, что вы постареете, и это пройдет. Надеялись. А сами уже постарели сразу, на 100 лет. Начинаете выживать из ума. Сами выжили из ума. Хотите, чтобы вам большевики памятник поставили? Не поставят. Не заработает памятника, нет. Отрекаетесь от учеников, мутуете, бегаете лекции читать в кочегарке. Как ни старайтесь, не поставят. Я же понимаю, в историю захотели попасть, рядом со всякими там историческими чудаками. Не выйдет. Поймите, вам нечего терять. Вы можете перекинуться к большевикам, потому что все равно скоро... Потому что вам... Недолго осталось жить. А я еще молод, Дмитрий Леонидович. Я еще ничего не успел сделать в жизни. Я тоже хочу быть великим ученым. Ах, великим? Не выйдет, знаете ли. По-моему, не получится.
Я не смею вас больше задерживать. Ваши гости могут обидеться и уйти. И вы останетесь совсем один под забором большевиков. Я старый осел. 15 лет я учил, вел к величию мелкого ничтожного человека. Вы пришли предрекать мне смерть под забором, но у меня еще хватит сил вышвырнуть вас на лестницу! Вы слышите? Ступайте вон, Воробьев! Дима, на улицу стреляй! Это меня совершенно не интересует! Одни. Теперь уже как будто прочно. Все я. Я тебе подарил измену друзей, одиночество, старость. Что я тебе еще могу устроить, пока жив? Не смей так говорить. Ты всегда был самый прямой, самый милый и самый красивый. Я сейчас принесу шаль. Не надо, не беспокойся. Рукопись Полежаева. Она в наборе. Неважно. Дай-ка сюда ботаническую науку и сельское хозяйство. А что такое? Придется издать ее в Лейпциге, у Штейнкоп. У нас не время. А набор? Разберите. Пригодится для более срочных работ. Ага. Граждане редактора, совещайтесь потише. Горло на вас не хватает. За распространение ложных информаций и клевету на профессора Полежаева, друга советской власти, активного друга советской власти. Подлежат закрытию. Зачем подлежат? Просто закрываются. С конфискацией бумаги. Следующие газеты и журналы. Ведомости на 3 месяца. Речь без права возобновления. Петроградский листок наши СМИ. Кто вы? Воры или, не дай бог, фальшивомонетчики? Я полысел на газетном фронте. Это ж несерьезный аргумент. Давайте не будем играть в прятки. А, спасибо. О, с сахаром. За Полежаевым идут сотни и тысячи интеллигентов. Они хотят работать на нашу революцию. Ну и слава богу. И тот вор, кто крадет у них уверенность, клеветой на Полежаева. Разрешите слово. У меня все сведения о Полежаеве. А вы ничего не знаете. Нет, знаю. Я ученик профессора Полежаева. Мы запрещаем обливать его грязью. Понятно? Итак, значит,
Вечерний час, наше семейство. Товарищ, агитатора нужно. Где? Балтийцы подарили уголь. Народ разгружает, устали. И жевать нечего. Агитатор давай. Хорошо. Я вечером буду сам. Есть. А позже только. Оставь адрес. Есть. Всевидящие око и кухня сатиры без права возобновления. Мы писали, что понижали в шпион. Но в конце мы ставили вопросительный знак. Наверх. Вопросительный знак. То есть мы брали это под сомнение. А при наборе знак вопроса выпал. Фраза исказилась. А в газетном деле очень часто бывают опечатки. Почему у вас все опечатки против советской власти? Была ли у вас хоть раз опечатка за советскую власть? А? Не слышу? Агитотдел, а? Нет, его личный помощник. Тише! Товарищу Бочарову, товарищу Ленину, есть. Так вот, бумагу мы у вас возьмем. На ней будет печататься книга... Вас товарищ Ленин просил зайти. На ней будет печататься книга профессора Полежаева. Это нам полезнее. Ну, вопросы есть? Нет вопросов? Auf Wiedersehen! Ух ты, не узнал тебя, прям черт какой! Вам пора идти, я сам здесь управлюсь. Не могу, мне надо сказать им несколько слов в перерыве во время еды. У нас не будет перерыва и нет еды. Мы будем грузить до конца. А то, тем более, я не могу уйти, я должен быть здесь. Ваше дело. Не мне товарищ Ленин поручал ехать. Решайте. Вот что, тогда ты скажешь им речь вместо меня. Ну, мне легче разгрузить 10 вагонов, чем сказать 10 слов. Ничего, ничего. Скажешь, уголь — это кровь в артериях нашего Петрограда. Мы должны оживить город. Скажешь, моряки Балтики подарили питерским рабочим уголь, который пойдет на заводы, в литейные, где льют для нас пушки. Пойдет в топки электростанций, которые осветят наш Петроград. Скажешь, революцию нельзя делать в темноте? Чтоб без света одинаково трудно работать как у станка, так и писать ученые книги, а главное — находить врага. Скажешь? Руки о землю. Я сейчас спущусь в сарай за дровами. Ну что ты, что ты? Книга кончена, Маша, теперь я могу заняться немного и физическим трудом. Три, четыре. Полежаев здесь живет? Вы что, с ума сошли в такую пору стучать? Это же мыши! Ага. Михаил Захарович, идем ты скорее! А я думал, вы спите, Дмитрий Леонидович. Как говорят грузины, с которыми я подружился в ссылке, с этим маленьким бокалом, но с большим чувством. Я пью от имени нашего стола за тот стол. Ибо тот стол – прекрасное рабочее место для самого молодого из всех профессоров земного шара. Как здоровье того стола?
И как всегда, Дмитрий Ларионович, в день вашего рождения. Гаудамус и тур, ювелес дом сумус. Гаудамус и тур, ювелес дом сумус. Пост юкундам ювентутем, пост молестам селектутем. Нос хабебит хумус, нос хабебит хумус. Виват академия, виват профессорес, виват академия. Виват профессорес, виват мембранк вонлебет, виват мембранк делибет, сэнтер синтирполоре, сэнтер синтирполоре. А до меня нет никому никакого дела. Естественно. Вот единственная почта. Студенты изобразили меня в немецкой каске. Шпион в мантии. Свиное рыло. Пожалуйста. Ну, а вот это уж совсем не похоже. Старый осел в большевистской конюшне. До чего доходит человеческая ограниченность? Очень хорошо. Это и следовало от них ожидать. Как? От них это и следовало ожидать. Да-да, так и следовало ожидать. Ведь один даже сказал, сдохнешь под забором у большевиков. Да-да-да, от них этого и следовало ожидать. Ну что ж, Мишенька, вы в Питер-то надолго? Пока здесь. А там видно будет. Дел много, партии скажет. Да. Ну вот, а мне никто ничего не скажет. Останусь я один. Со своими банками. Я 8 лет был один, Дмитрий Ларионович. Промерзлая тайга, барак наш в снегу, стражники пьяные. Вот изредка, как деликатес, вот это самое, соляном туберозом, печеное. Вот там-то я и думал, революция когда-нибудь понадобится в физиологии растений. Я был в этом уверен. А когда мы с вами создадим грандиозный институт ботаники, то и вы убедитесь в том, что Бочаров был прав. И вот работая там, я очень часто вспоминал вас. Ждал вашей книги. Страсть. Каждого вновь прибывающего расспрашивал о ней. А вы говорите, не нужна. Не ваши это слова. Нет, Дмитрий Юрьевич, не ваши. Не ваш, не ваш, не ваш. Вы уж и у шуток не понимаете, не ваш. Сегодня читал лекцию на корабле. Представьте себе, заинтересовались моей самой бескровной наукой. Так что я могу быть еще полезен. Мне рассказывали. Но я распорядился, чтобы прекратили вас беспокоить. Понимаете, это очень важное дело, но им должна заниматься ваша аспирантура, ученики. Дмитрий Валерьевич, мы обязаны беречь вас. Каждое ваше научное слово для всего мира. Вы авторитет революции. Вы, как бы сказать, козырь революции, совершенно серьезно. Ну, а кораблей у нас так много, что козырей не хватит. Ну, что это вы тут все говорите? Спать пора. Сейчас ночь. Будьте любезны подчиняться нашим правилам. Маша! Маша! На стулья его, стой. На стулья.
извините меня, кто? Владимир Ильич? Какой Владимир Ильич? Подождите минутку. Слушаю. Кто? А, товарищ Ленин? Здравствуйте, Владимир Ильич. Нет, 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 не спал. Благодарю, благодарю. 76-й пошел? Да. Надеюсь, надеюсь. Нет, 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 ничего не надо. Нет, нет, ничего не надо. Ради бога, не беспокойтесь, ничего не надо. Большое спасибо. Как? Ах, книга! Все благополучно. Сдана в печать. Да, 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 в типографии. Благодарю. Спасибо. И вашей супруге тоже привет. До свидания, Владимир Ильич. До свидания. Мишенька, Мишенька, вы не спите. Что случилось? Я вам должен сообщить о замечательном, о радостном событии. Вы были правы. Выходит, я действительно не один. Здравствуйте. Ага. Вот привел гостей показать книгу. Что, рукопись в наборе? А ведь рукопись сейчас здесь на месте не имеется. Ну что вы путаете, как не имеется? А? Тут были профессор Воробьев, они ее увезли с собой. Вот когда это было, дай бог. Ты позвольте, ну кто же вам дал право раздать? Что вы в самом деле, с ума сошли? Видели, и у нас сейчас типография занята печатанием очень срочного заказа. Так что даже... Не хватает знаков? Позвольте, я не понимаю, как же все это происходит? Я же сам видел своими глазами. На столе он микромпажа нашел. Откуда это? Не знаю. Не знаете? Вестник спасения. Газета? Ага. Чья? Общество служащих. Саботажников, значит. Профессор Воробьев увез рукопись на собрание, а набор приказал разобрать. И вы разобрали? Ага, да, разобрали. Ну а что, с сегодняшнего дня никаких газет вы больше печатать не будете? Оригинально. Точно оригинально. С сегодняшнего дня типография переходит в распоряжение советской власти. То есть, позвольте, а вы-то кто такой? Да. Постойте. Вы можете указать место собрания? Нет, не могу. Товарищи, кто может указать место собрания? Я! Я призываю вас к спокойствию и организованности, господа. Наш комитет располагает достаточными суммами, чтобы заплатить вам жалование за 3 месяца вперед. Но при условии, если вы откажетесь исполнять свои служебные обязанности. А гарантии где? За эти 3 месяца большевики 3 раза погибли. Сила большевиков – оружие. Но сила и оружие можно заставить отдать кошелек, но ни знания, ни опыт, ни культуру. Так пусть же, не страшась ответственности,
Врачи покинут свои больницы, учителя свои кафедры. Помните, господа, в этом наше спасение и наша скорая победа. Даю вам слово. Слово вора! Этот человек украл чужую рукопись. Я не крал ваши рукописи. Я хотел спасти ее. Можете ее получить. Подожди. Миша, все пропало. Все, успокойтесь, ни один лист не пропадет. Я вам за это отвечаю. Ну вот что, граждане, считай ваше собрание закрытым. Прошу немедленно очистить зал. Не подчиняться! Свободу собраний! Это провокация! Франция разобрал, многие здесь по недоразумению и будут преданными работниками советской власти. Ну а злостных прошу меня не нервировать. Так что, пожалуйста, прошу вас покинуть зал. Топчете научный труд! Вы же интеллигентные люди! Вот вы, например. Огорчаешься? Зря. Твоя возьмет. Поднимите рукопись. Не подниму. Это труд вашего учителя. Здесь неуместны гимназические выходки. Поднимите. Ну! В университете вы были трусливее. Помните, когда пришла полиция, вы спрятались за шкаф? Здрасте. Здравствуйте. Будьте добреньки, поднимите. Я вас по знакомству прошу, поднимите. Спасибо. Дмитрий Ларионович. Спасибо. Ну вот. Я ухожу не потому, что испугался ваших угроз, а потому, что презираю их трусость. Задержи его, Куприянов. Придется вас задержать. Опять зубы болят? Жалко, что я не зубной врач. Пройдите. Все. Начинается 76-й год моей жизни. Вот ведь какая штука. Thank you.
вечеру. Пятый эшелон отбыл. А, хорошо. Когда будет готов шестой эшелон, сообщите мне в Таврический дворец. Слушаюсь. Вот что, я сейчас забегу к старику, понадоблюсь позвонить. А как здоровье Дмитрия Ларионовича? Плохо. А наши балтийцы выбрали его депутатом в Петросовет. Знаю. Не сможет только. Надоело, надоело! 20 лет слышу одно и то же. Я не понимаю, кто из нас доктор? Ты или я? Доктор, ты, а я поеду. А я тебе не разрешаю. А я поеду. А я вам запрещаю. А я все равно поеду. Ну что, пульс? Да при виде вас пульс у меня всегда учащается. Ну так вот. Во-первых, капли. Капли? Так, так. Во-вторых, полный покой. Полный покой? Господно. В-третьих, не выходить на улицу. Не выходить на улицу? Замечательно. Ну, до свидания. Спрячься куда-нибудь, Димина галоши, а то он непременно убежит. Сейчас опять извиняться перед доктором. Пожалуйста, не сердитесь, Семен Иванович. Вы ведь знаете, он всегда так. Это что? Не надо. Он даже выслушать себя не позволил. Дело в том, что Дмитрий Ларионович избран членом Петросовета и хочет ехать на заседание. Не пускать. Никуда не пускать. Сердце не к черту. Дмитрий Ларионович, я вынужден вмешаться. Ну, завяжите, завяжите. Вам нельзя ехать. Вы разволнуетесь, путешествуете через весь город. Нет, я не буду. А еще большевик. Да как вы не можете понять, что мое выступление в Петросовете, это же для всего мира? Ведь вы же мне сами об этом говорили. Да, но ведь... Я на вас жаловаться буду, Владимир Ильичу! Я скажу, чтобы вас исключили, что тогда будете делать? Ну что мне с вами делать? Ну пойду доставать вам автомобиль. Маша, Маша, надо слушаться доктора. Он сказал, что это поездка, а? Поднимет деятельность сердца. Товарищи, следующее слово предоставляется профессору ботаники, доктору естественных наук Кембриджского и Оксфордского университетов, депутату в Петросовет от моряков Красной Балтики Дмитрию Илларионовичу Полежаеву. Прекратить курение. Дмитрий Илларионович приехал к нам не совсем здоровым. Господа, я не оговорился, я говорю вам, господа, рабочим, работницам, вам, крестьянам, крестьянкам, вам, красным солдатам и славным морякам, вы теперь хозяева и подлинные господа нашей новой родины. Я вас приветствую. Мои товарищи, от лица науки обязаны думать о вашем настоящем
и вашем будущем счастье. Товарищ, пока еще не очень много людей науки присутствует здесь, но я... Память. Стрею. Но многие из людей науки еще забывчивее. Да. Они забыли, что воспитывались на средства голодного, нищего народа. Они теперь ему платят черной неблагодарностью, черной измены. Вот у меня был один такой забывчивый ученик. Воробьев Викентий Михайлович. Разумеется, я его не этому учил. Я его прогнал. Мое сердце, как маятник старинных часов, отстукивает мое время. Да не так уж много его и осталось. Я хочу сказать, что любимое дело требует всей жизни от человека. Мне, старику, особенно приходится беречь секунды. У вас их больше, зато и ваша задача больше. Поэтому я призываю, будьте как можно целеустремленнее. Идите прямо, не сворачивайте, не останавливайтесь ни на минуту. Подвести итог сделанному смогут и следующие поколения. А вы идите. Много ли мало здесь сидящих в зале, я все равно говорю перед всем миром. И вот им я обязан сказать. С тех пор, как кончился саботаж на почте, я получаю пачки писем от моих иностранных коллег, от ректоров университетов, из Англии, Франции, Швейцарии, от их правительств. Мне предлагают кучу денег. Да мало моратории и виллы, чтобы я бросил свою варварскую страну и переехал к ним. Так знаете же, пусть лучше советская почта присылает мне проклятие моих ученых коллег, ненавидящих революцию. Я остаюсь здесь, с моим народом, с моим правительством, с моим... Пусть сейчас и не топленным университетом, так как чести участия в священной революции я не уступлю ни за какие подачи. Товарищи, эшелон подан. Коммунисты с оружием, выйти и построиться. Моряки, балтики, делегаты, выйти к главному ходу. Красногвардейцы, путиловцы, отряд Бочарова построится на площади. Счастливого пути, товарищи. Мне уже 8-й десяток, но мысленно я с вами. Пока держу перо, пока глаза различают буквы, я буду по-своему защищать революцию. Защищайте же и вы, наш великий, бессмертный город революции. Грудью держите, не сдавайте немецким белогвардейцам Красный Петроград. Вот так, как я им не отдал свои рукописи. До свидания, красные воины. А ведь красный цвет непобедим. Это не только цвет крови, это цвет созидания. Это единственный животворящий цвет в природе, наполняющий жизнью побеги растений, согревающий все. До свидания. Может, ляжешь? Лягу, Маша. А доктора? Доктора? Пожалуй.
добрый вечер. Вкусный будет бульон. Спасибо. Свежий, спасибо. Свежий, свежий. Сергей Федорович, это я, Бочаров. Можно? А, Миша. Как ваше здоровье? Садитесь. Я в шинели. Ну, садитесь, садитесь. А вы что, на поезд не опоздаете? Нет, нет. У меня с отрядом условия. Пойдут мимо, буду петь песню для вас, чтобы проститься. Что я вам принес? Напечаток. Даже предисловие, да, да. Молодцы. Я послал один экземпляр Владимиру Ильичу, и вот вам от него письмо. Как, товарищу Ленину? Да-да. Ага. Так что же вы? Большое спасибо вам за вашу книгу и добрые слова. Я был... В восторге. Я был прямо в восторге, читая ваши замечания против буржуазии и за советскую власть. Крепко жму вашу руку и от всей души желаю вам здоровья, здоровья, здоровья. Ваш Ульянов Ленин. Ленин. Ну вот, здоровья. А вы тут все меня в инвалиды хотите записать. Увидите Владимира Ильича, передайте ему, что я счастлив быть его современником. Я преклоняюсь перед его гением. И хочу, чтобы об этом все знали. Идут. Дмитрий Валерьевич, до свидания. Ну, задайте им там. Надеемся. И скорее возвращайтесь. Буду спешить. У нас с вами еще много есть о чем поговорить. А что? Ну, как же, нужно найти здание для института, составить бумагу в совнарком. Вот, люди у нас есть. А вы за это время подготовьте программу. Ну, вот уж вы думаете, что я все на свете знаю. Да. А вы мне должны сдать зачет. Обязательно. Через день после отпора немцев. В аудитории номер 4. Ну, дорогой. Ведь вы же обещали сбрить вашу эту непонятную бороду. А, да, да. Ну, это непременно. При первом удобном случае. Ну, ну. Посидим на дорогу. Михаил Макарыч отчалил. Садитесь. Ну, идите, а то еще опоздаете. За вас придется отвечать. Ах, Фридерзель.